Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Легендарные защитники». Ну что ж, давай посмотрим, что у нас здесь за игрушка. Не понял, это что, кто такой? Бабка-ёшка? Избушка на курьих ножках? Так, начинаем мы с тобой вот отсюда. Видеоэнциклопедия, магазин улучшений. Что за улучшение? Ага, башни могут улучшаться. Может улучшаться магия. Давай вначале посмотрим, что вообще из себя представляет хотя бы игра. Легко, сложно и смертельно. Ну, начинаем с легко. Написано, выберите язык русский. Выбрал. Что-то громко-то. Написано, руководство. Постройте башню и останови врага. Так, место для постройки. Выбери башню, которую построить. И ваша башня готова. Да? Ну давай я поставлю, например, копейщики, насколько я могу понимать, да? Копейщики. А здесь... Вот это кто такие? Что это за башня? Я не знаю, что это за башня, ребят. Копейщики. Посмотри и получишь монеты. Не хочу я пока ничего смотреть. Вызываем. Это кто такой? Так, погоди секундочку. Ну, так, ну, пока все довольно легко. Какие-то мелкие хулиганы бегут с топориками сюда, к выходу, да? Это, короче, башня заморозка. Ну, видишь, она замораживает их. Это башня лучников. Три волны всего лишь здесь будет. Так, 79 монет мне нужно, и я ставлю... Ага, я понял, что это такое. Я приблизительно понимаю, что это за башня. Которая будет... А что она ничего не делает? Она должна стрелять. Это же как бы пушка у нас получается. Так, улучшение. Ну-ка. А, башня здесь... Прорисовка у башен меняется, да? То есть, когда мы улучшаем с тобой. О, наконец-то я увидел, что она делает. Она бомбит нехилыми такими ядрами. Можно ускорять. Можно, ребята. Так, ну, пока какие-то хулиганы бегут с топориками, ты видишь, мы справляемся с ними без проблем. Вообще без каких-либо проблем. Вызываем следующую волну. Last... Воу, это кто такой? Тихо, подожди, погоди. Кто это такой? Что это за супер-супер хулиганище, ребята, просто? Просто супер хулиган. С одной рукой бежит. На, получил с пушки. На тебе, в хламину моего просто... Разнесли в щепочки. Вот что я тебе хочу сказать. И как-то странно очень босс. Может быть, это все-таки не босс был. Выбежал посреди волны. А сзади еще, смотри, бегут мелкие карапузы. Удивительно. Ну-ка. Башня еще улучшается. Я люблю, когда улучшение происходит в башне. Они как-то меняются, это круто. Все? Все. Три звезды. Продолжить. Так, ребят, ну, как вы понимаете, мы с вами прошли первую волну. Ну, тут по каким-то скандинавским сказкам, что ли, мы идем, я не могу. Так. Тут ведьма живет, да? Тут у нас... это лес. Это лес, да, у нас. Тут орки. Земля орков, я так понимаю, начинается, да? Здесь ведьма. Здесь маги. Здесь вообще какой-то злой колдун, вообще бессмертный. Что-то... А, тут еще уровень сложности. На легком, на среднем и на невозможном. Хорошо. Здесь есть какой-нибудь там энциклопедия улучшения? Давай посмотрим. Что-нибудь тебе накопил? Три звезды у меня есть. Три звездочки. Да, тут... Ха. Три звездочки. То есть я вообще ничего не могу, да? Снижение скорости передвижения пехот. Блин, короче, понятно. Я, видимо, на легком уровне вообще ничего не заработаю себе. Ладно, давай. Нужно три звезды, чтобы раз... Тут понятно, еще нужно пройти на легком уровне сложности. А после только уже на тяжелом. Хоть бы дали какой-нибудь героя бы мне, что ли. Или что, без героя. О, только летающие. Написали прям, только летающие. Ну, пускай... Башня напоминает мне какого-то рыцаря.
Не хватает монет, хочешь еще? Нет, не хочу пока еще. Запускаем. Так, сумка. Сумка с заклинаниями. Все. Бегут. Бегут голодранцы опять же. Блин, нафиг я вот эту взял фигню. Только летающую же написано было. Так, 69. А куда он... А, нет, все нормально. Куда? Есть. Хотя бы так. Блин, зря я взял. Блин, только летающие. Что-нибудь тут самое дешевое это вот. Самое дешевое это лучники. Давай, давай, еще, наверное, одну башню с тобой успеем поставить, да? Успеем. Хотя бы так, для начала. Надеюсь, я не зря поставил вот эту башню. Надеюсь на это. Какой-то черепундель лежит. Все, давай следующую волну. Следующая волна, а здесь я вызову что? Вот так вот я вызову. Где снаряды? Бумс. Очень долгая перезарядка. Но зато неплохо так гасит. Неплохо так гасит. А тут у нас еще будут башни. Пока не закрыты. Пока не под запретом. Так, давай, наверное, ускорялочку врубим с тобой, да? Ну, чтобы повеселее было. Поживее, пошустрее, так скажем. Угу. Так. Есть контактиш. Контактиш. С вашего позволения я возьму... Что я возьму? Ой. Тихо. Не прошел же, да, никто? Нет, не прошел. Еще бы не прошли. Сразу бы звездюлей от меня получили. Так, башни. Строчим. Зачем я тут фигню поставил? А что там на камне написано? Налево... А, это легендарный камень. Налево пойдешь, там беды отгребешь. Опять ты? Опять, друзья мои, этот недоразвитый бежит. Да-да-да-да, бамс, готов. Недоразвитый. По-другому не называть. Но все. Все? Да. Победа. Чего? Скажи-ка, братец, а почему это я получил только 2 звезды, а не 3? У меня там никто не прошел. Ведь так? Я же никого не пропустил. Нет. Так фиг ли ты мне занижаешь-то, а? Я не понял. Взял, занизил мне почему-то. Так, выставляем башни лучников. Вперед. Сразу на ускорение. Так, вот это, я так понимаю, только одно окно, которое мы должны с тобой защищать. Наверное, одно. Никто не пройдет, я тебе говорю, никто не проскользнет здесь. Давай. Так, что бы нам еще с тобой тут такого поставить? Только летающие. Поставим с тобой пушку вот эту, а здесь заморозку. Ох! Не прошел или прошел? Нет, не прошел. 10 сердечек, все нормально. Не хватает монет. Больше еще не хочу. Теперь можно улучшить? Можно. Давай следующую волну сразу же. О, ребята, пошли паучки. Пошли у нас паучки собственной персоны. А что это такие за звуки-то? Что это за звук такой? Это они так умирают? Ёлки-палки, я думал, там кто-то камни бросает. Да погоди ты. Очень страшно умирают пауки. У меня так пушка не стреляет, как пауки погибают. Беги, беги, беги на ускоряшке. Сейчас наверняка должен побежать этот босс, не босс, я не знаю, кто он там. Ну, ненормальный, короче, этот. А сколько тут улучшать-то можно башню? Я еще могу улучшить. Это уже 4-й будет улучшение.
Вон она, недоразвитый, бежит. И еще могу улучшать, да вы серьезно, что ли? А, это уже немножко другой, ребят, смотрите. Он уже с мечом. Тот был с палкой, этот с мечом. Как он погибает, в каких мучениях, прям аж кряхтит, бедолага. Фига мы с тобой башню прокачали, она уже даже какой-то щит-ауру получает, смотри. Вся светится, да, все дела. Но тут 3 звезды, тут все по-честному, тут нормально все у меня получилось. Так, подожди-ка, а почему-то здесь уже звездочка одна есть? Или это уже как бы минималка? Не пойму. Легко, легко, ребят, это 4 уровень. Куда нам они? Вот сюда, да, идти? Немножко меня удивляет, что почему ни одного героя. Обычно в таких играх, ну, хотя бы дают какого-то героя, ну, хоть элементарного какого-то, дешевенького. Здесь же никого нету. Вообще. То есть, чисто одни башни. Нет, я, конечно, ничего не говорю, может быть, разработчик именно так хотел. А разработчика звать Алекс, как я понял. То есть, один человек на энтузиазме, да, видимо, он фанатик игры именно... Kingdom Rush, потому что она, ну, похожа, но немножко, конечно, графически исполнена чуть-чуть как бы по-другому, но... Давай сделаем так вот. О! Смотри, новые самураи, ребята, самураи тут на нас бегут. Что я хотел сделать? Давай так, наверное, заморозку здесь. О! Самураечки, естественно. Бомбим с тобой этих самураев. Никому не позволяем пройти. Это что, у нас ускорение такое, что ли? Я не могу понять. Так они бегут на ускорении? Ладно. Пускай так они, предположим, бегут на ускорении. Следующая волна. Пауки. Сейчас будут страшные хлопки. Немножко он, конечно, озвучил. Я не знаю, как будто... Пауки взрываются, как будто, я не знаю. Выстрелы. Согласись, да? Заклинания-то у меня есть, заклинания, но пока я не вижу, куда их тратить. Давай следующую волну. Башню прокачаем. Здесь тоже можно, в принципе, прокачать. Пока все легко, как и в предыдущей игре, ребята, все идет на изи. Ну, опять же говорю, ребята, оставляйте комментарии по поводу игр новых. Вы все время говорите, сыграешь что-нибудь новенькое, играешь для вас новенькое, все, тишина, и не поймешь, понравилась вам игра, не понравилась, будем ее играть, не будем, блин. Догадывайся сам. Так, ну, мне такое ощущение, что они с одной рукой почему-то бегут, я не знаю, ребят. Я не вижу второй руки, я вижу одна рука у него и в каждой руке по топорику. Где-то засранец должен быть. Вот в последней волне должен быть бо... Вон он, чеканутый бежит. Видишь, у него одна рука, я не вижу второй руки. Просто не вижу элементарно у него второй руки. Знаешь, однорукий он. И мы его сейчас быстренько запинаем, да. Прям моментально запинали мы его. Все, да? Ускоряться можно. Может быть, здесь, да, как и в предыдущей игре, уровень легкости сменяется на уровень сложности. То есть сначала как бы легко, потом сложнее, сложнее и еще раз сложнее. С каждым, короче, разом. Возможно. Так, меню повторить, оценить нас руководство. Выбор уровня. Повторить. Видимо, тут еще будут боссы все-таки, да? О, смотри, смотри, в чем проблема. 10-й, 11-й, тут должен быть 12-й, но тут почему-то 1-й. Это как можно понять? 11-й, 1-й, потом уже здесь 12-й, а где 13-й? После 12-го сразу идет 15-й, 16-й, 17-й. Вот это вот, как вот здесь вот, вот можно понять? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У них немножко ошибочка вышла.
они, ну, как бы... Ну, ты понял, да? Тут 1-1. Тут должен быть 14, у них 12 почему-то. Ну, ладно. Возможно, если не посмотрят видос, то исправят. Здесь, наверное, скорее всего, босс будет. Что здесь, что здесь. Здесь вряд ли где-то босс у нас будет. Пока просто прогулка. В общем, друзья мои, давайте я остановлюсь на этом. Если вы захотите, да, чтобы я продолжил, конечно же, все через комментарии. А на этом пока все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.